В этот день Багдасаровы были в Москве. На прогулку с тигренком вышел их ассистент, по словам которого, Шива увидел собаку и сорвался за ней. Возможно, хотел поиграть. Карабин поводка отцепился, а тигренок исчез из вида. Поиски сотрудниками цирка начались сразу, но до сих пор безрезультатно. По словам дрессировщиков Багдасаровых, в полицию они не обращались, так как знают, что в помощи им откажут. У нас в России полиция собаками и кошками и с другими животными не занимается. У нас нет отдела, который будет сегодня именно, там, не знаю, 10 патрулей ездить по городу и искать маленького тигренка. Сотрудники УВД города подтверждают, что по закону они действительно животными не занимаются. Но в этом случае полицейские готовы оказать помощь. Необходимо заявление от дрессировщиков, но на данный момент оно не поступало. Хотя Багдасаровы обеспокоены случившимся и сегодня специально пригласили представителей СМИ, чтобы придать огласке пропажу любимого питомца. Он абсолютно не опасен, абсолютно добрый кот. Он у нас вообще... Мы думаем из него делать более ручного. Он так и есть. Он очень ручной, он не кусается, он абсолютно не царапается. Вот такое вот доброе существо плюшевое. Дрессировщики просят жителей и гостей курорта сразу позвонить в цирк, если увидят Шиву. Нашедшему животное обещана награда 100 000 рублей.